Губернатор Приангарья Игорь Кобзев встретился с мобилизованными земляками на территории Ростовской области. Там военнослужащие продолжают проходить боевое слаживание. Глава региона привез солдатам рисунки, которые в рамках доброй акции нарисовали для них дети. Я их рад всех видеть. Мы знаем, что несколько сот ребят находятся в Ростовской области. Они проходят второй этап боевого слаживания. Настроение все хорошее. Рассказал, какие прошли у нас мероприятия за вот эти два месяца. Главное, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Сегодня вот это основная задача. Это задача для них, это задача от родных и близких, это задача от всех нас. Вместе с губернатором в Ростовскую область приехали и представители одного из благотворительных фондов, обсудили, что требуется мобилизованным, и составили список необходимых вещей и техники.